Друзья мои, всем приветики. У нас денек, и мы собрались с Матвейкой прогуляться, потому что вчера мы целый день сидели дома, отдыхали. Бабушки, да. Проснулись, девочки наварили каши, позавтракали, и все, и собрались. Я говорю, позвоню Олесе. Прошу, вчера Олеся к нам в гости приезжала. Я говорю, сходим до Олеси, прогуляемся. Потому что идти далеко. Я говорю, хорошая прогулка получится. Папа у нас с утра уехал в больницу в Шадринск. Матвеечка, мама разговаривает. Мы идем с тобой, да. Будем тихонечко идти прогуливаться. Хотя у нас скоро отец приедет, но я ему позвонила, сказала. Он говорит, я вас на машине свезу. Я говорю, нет. Мы идем, чтобы прогуляться. Да. Прогуляемся. Сестра Лера уехала в Каменск по делам. Так что у нас только Данечка остался. И Марина дома, да, делами занимается. Ляля уехала с мамой. Все, Ляли нету. Так что мы будем с тобой гулять. У нас дышится, кстати. Я одела сегодня куртку потеплее и шапку тоже. Как-то показалось прохладненько. У нас со вчерашнего дня был дождик. Дождичек. Такие лужицы небольшие стоят. Прохладно, я бы сказала. Так что, пока у нас прогулочка. Мы сейчас пойдем через наш страшный мостик. Сократим путь немножко. Вот, так что гулять надо. Вчера вот день не погуляли, все. Матвейка-то гулял. Матвейка ходил у нас в огород. Да, в песочке играл без мамы. Мама выглядывала только. То мама, то папа. Вы посмотрим. Парень играет. Все, поиграл и сам домой пришел. Так что. А сегодня, говорю, сходим, прогуляемся. Пока погода хорошая. Ну, а что, и зимой тоже гуляем. В принципе, хоть 20, хоть 25. 40 не пойдешь гулять. А 25 градусов можно погулять, если морозный снежок. Да, скажи, мы в любую погоду хотим гулять. Так что, такой вот, девочки, тут мостик. Сейчас мы через него перейдем. И быстренько окажемся у Олеси. Иду, девочки, иду. Смотрю, машина знакомая. Ой, кто это едет? Мы еле-еле ползем. Че? Мы еще даже до гостей не дошли, ты уже едешь за нами. Ничего, поедь, поезжай. Куда? Ну, до Олески. Мы идем потихоньку. Так сади его сюда. И я что, с коляской пойду? Ну, сади сам. Он парень гуляет, воздухом дышит. А ты? Пойдешь с папой? Нет, он не хочет. Не будешь? Не хочет ребенок, что ты привязался? Я тебе говорю, мы гулять хотим. Ну, папка наш. Отдыхал бы дома. Нет, надо за нами гнать. А Олеся говорит, смс-ка пришла, рыбу привезли, эту горбушу, в светофор. Я говорю, ну посмотрим, может съездим, пару рыбин бы я бы купила. Так что посмотрим сейчас. Вот к Олесе добрались. Отсюда машину. Хочешь? Саша, раздень его. Блин, даже не знаю. А кофе? Он только приехал с Шадринска. Так я ему звонила, и я сразу звонить, это... я не могу. Я у Геольга, там горбушу. А, горбушу, говорит, привезли, ага, ты сказала. Ты что, не слышала? Ну, я как-то не верю. В прошлый раз мы сколько ходим, нету горбуши. Короче, ты мне звонила? Да. А мы едем уже за Боровой проехать. Садись на стульчика. И этот, а мне руки помыть надо. Короче, и там что-то забулькало, заквакало, и я так не понял, что ты сказал. Про горбушу, куда можете дозвонить, я не могу. Так что за горбушей, а он уже едет сюда. Едет сюда, это встречат, говорит, что, поедем по магазинам? Я говорю, мы еще до Олески не дошли, ты, говорю, уж по магазинам собрался. А вы есть-то хочешь? Да нет, я это наелась, скажу, что не хочу, как бы чаю-то вот я бы попила. Че? Мы позавтракали. Касается, ага. У нас сегодня в ветеринарной системе. И запомни, Саша, расстроилась, девочка. Залог здоровья. Вот у нас идет спор про прививки. Они сидят, короче, доказывают. Муж собрался прививаться. Она ничего не привилась. Кому воевать? Кому воевать? Она говорит, выбрать от нас. Два бригадира.
прививайся, я тебе сказала, чемоданы будут стоять возле порога. Саша, приходи ко мне на место. Я Сашу тебя заберу. Я же кофе позволяет. Выпендривайся, сиди. Ольга, я тебе всех соберу, их у нас сколько, а пятый будет. А ты мне своих? А я тебе своих приведу. А чего ты мне приведешь? У тебя дочь большая. Ну, что, дочь с внучкой? А внуки с внуками? Так что не переживай, мать, махнемся. Не надо мне внуков. Ты решила, что ты меня напугаешь? У тебя-то сразу внуки будут. Хорошо. Там же будешь бабушка, а тебе будут кричать бабушка. Нет. Вот я уже поревела. Не знаю, я боюсь. Ну, посишь поменьше. Нет, ну на самом деле, ну что вот? Ничего. Прививка, это профилактика. Вот смотри, вот сейчас он пошел на больничный, получается. Будешь ездить с утра туда в Шадринск на капельницы, на массажи, ага. Ты зачем тебе рассказываешь? А что? Тренут меня где-нибудь, и все, не доеду. Да не болтай! Не, ну это... Это вот, вот эта болтовня на фото. Тебя тут расскажут, куда я ехал, откуда ехал. А, что, а я деньги вожу, как... немалые каждый день. Ну болта, да. Не, ну какой секрет-то, я не поняла. Что, секретно, что ли? Секретно. Да ничего не секретно, но про себя лучше расскажи что-нибудь. А я в расстройствах. Приехали, девочки, с Олесей на поле. Она коров он поет. А лес? Лес, говорю, смотри, вообще голый стал, да? Погода еще так хорошо стоит у нас, слава богу. 21-го обещают снег. 21-го? А что? Да? Сегодня 20-го, завтра 21-го. Ну, мне завтра на прием надо будет идти. Сейчас вот коровушек напоит. У нас посылка пришла, девочки. Ура! Посылка от любимого Василька. Так что поедем. Поедем, заберем посылку. Может, заедем в светофор за рыбой, посмотрим. Так что... Заедем сейчас. Все? Все, ага. Это пьет хорошо. Это молоденькая-то. Ну-ну. Ну, напьются, что станут. Так что вот так, девочки, расстроилась, не знаю, из-за этой прививки муж. Муж мне сегодня сказал, ага, так хихикал, все, хихихаха, ага. А сегодня он мне еще по телефону сказал. Ну, я еще на больничном. Ну, пока-то на больничном, а там что, придется это, прививаться, придется. Ну, он мне сказал, я не собираюсь увольняться, потому что ему осталось еще отработать, считай. Говорится, надо дорабатывать стаж-то, вырабатывать. Всего 5 лет осталось. Ну да. Так что дело хозяйское, я ему сказала. Пойди в дом. Ну я боюсь, нет, да, что я. Ну как, ну что, ну поставит, ну что будет, ну заболеет, он переболеет, ну. Ну оно как заболеть? Ну знаешь, ну оно там. Я не хочу болеть. Как оно? Ну, как? Ну, ставишь же, вот у нас мать последний прививку поставила. На. Температура, говорит, была 39, рука на обувь занималась. Вот видишь. Вот это последнюю. На. Сейчас, вот сейчас же ставят одну прививку. Вот они поставили по три прививки, получается, там, не знаю. А сейчас ставят одну какую-то, компонентную, или кого там они, старокят, не знаю. Понятно. Ну, мне много писали, что все, большинство, видишь, за прививки. Ну, оно... А мы сегодня утром с Костей коров гоним? На. Сегодня утром или вчера? Нет, сегодня утром самолет летит. Я ему говорю, смотри, и что? Это кто она? Коронавирус рассказывает, ё-моё. Я так и подумала, я думаю, сейчас ты так и скажешь. Да. Птичий грипп. Коронавирус рассказывает. А что, у нас то коронавирус, то еще что-нибудь. Я говорю, вообще мир куда катится? Вот помнишь, как сказали, вот птичий грипп, убирать всех. Как-то я еще на медстанции работала, говорили, ой, все, всех свиней убирайте, свиной грипп. Что только не было. Ага, сейчас этим коронавирусом задолбали. Я сегодня так расстроилась с утра прям из-за этого. Всего вообще не знаю. Ну что, Ольга Юрьевна, пригласила моего мужа. Так что вот так, девочки. Поедем сейчас за посылкой. Ну и будем распаковку делать. Идем, девочки, на почту на нашу. За посылочкой. С Олесей вместе. Сейчас посылку получим, еще в светофор съездим. За рыбкой. Да, такая вот посылочка. Сейчас распаковывать будем, смотреть. Ну, пойдем. Да подождите, я хочу килограмм посмотреть. Около 6 килограмм она. Да? Угу. Ой,
Как приехали, класс. Девочки, светофор. Я бы так пинула. Не болтай. Хороший цвет обидно. 194 рубля. Ленор. Так что везде про коронавирус. Здесь тоже. Кошмар какой-то. Сейчас прикинь, рыбы нету. Че, рыба есть? Да. Ура! Девочки, горбуша. Подожди, горбуша 169. Да. Ой, так слушай, это хорошо. Ну-ка, давай вот открывай. Пришла, угу. Ну хорошо, что тебе смс-ка пришла. Ты будешь брать-то? А? Ночь. Ну, ложь. Я возьму штуки две-то. Смотри, ну что-нибудь выбери. Что-нибудь там вон побольше-то. Ну-ка вон ту, вон, посмотри вот это вот. А мне какого брать? Про себя, что ты? Рыбы поесть. Ну. Смотри, она какая хорошенькая такая. А, цена, пожалуйста. Ну вот, будем горбушу готовить. Я возьму одну, не взять. Конечно, дети поедят. Ага, тарелочки девочка взяла, вот, не удержалась. Мы уже, девочки, дома. Мы распаковали посылку. Я в новом костюме от любимого Василька. Девочки, я так довольна. Костюм 54 размера заказывала. Штаны с таким хорошим начесом. Карманы. Здесь резинка. Внизу манжетик. Ну, ну вот так вот. Вот так еще показать. Прям в размер, можно сказать, кофта. Только, ну вот сейчас так носят, наверное, так свободно. Чтобы было хорошо. Я люблю свободное. Здесь тоже резиночка так. Капюшончик, пожалуйста. Карманы глубокие. Классный костюм. А что цена костюма? Посмотри, пожалуйста. Там по отдельности брюки и... Брюки женские написано. 999. Угу. А толстовка женская 1367 рублей. Вот. Такие, девочки, цены. Расцветки разные. Я, кстати, хотела зеленый заказать. Но что-то у нас не сложилось. В общем, ну мне цвет этот тоже приятен. Так что такой вот заказала костюмчик. Теплый на зиму, самое то. Так, еще заказала, девочки, шторы. В прошлый раз шторы заказывала. Нет, нет. Получается, красные такие. Ну, они как бы... Ну, видели, да, девчонки, видели. Они у меня сейчас висят пока. Так как эти шторы мне понравились. В общем, распечатать? Что это распечатать-то? Что, 1,80 на 1,45 м. Размеры, девчонки, разные. Пожалуйста, можно, как говорится... Любой размер заказать. Я, в общем, получается, в доме 2, тоже кто смотрит постоянно, те видели, повешала вообще по одной шторе, не потому что штора широкая. Ну вот, хотела снять с кухни здесь и, в общем, довешать туда, чтобы по две шторинки было, чтобы тут, получается, есть прихваты с одной стороны, с другой стороны, смотрится красиво, не знаю, кому как, но мне очень, к Новому году... Очень даже замечательно. Будем украшать дом, вешать гирлянды. Эти, кто они называются? У меня еще эти были гирлянды. Такие вот пушистые. Это ветки. Ветки, девочки, елку ставить. Шторы такие, скатерть красивые. Я эти шторы заказала под скатерть. В прошлый раз заказала скатерть, получается. Она у меня вот такого цвета была. Не в цвет штор. Шторы были красные, а скатерть была другого цвета. Так что можно подобрать, пожалуйста, и... себя порадовать. Так, здесь у нас, значит, пододеяльник евро, размер, что ли этот размер-то? Пододеяльник. 2,15 на 2,40. 2,40, да. Да. Так, на молнии, да? Это пододеяльник нет. Не на молнии, просто. Угу. Так, ну красивый рисунок. Такой вот рисуночек, пожалуйста. Такой вот пододеяльник. Цена у него 991 рубль. 991 рубль, девочки. Кто не любит постельное? Мне кажется, постельное любят все. Так, здесь комплект постельного. Так, комплект постельного. Вот такой вот нежный прям цвет. Это у нас заказывала Олеся. Фиалка-персик. Цена у этого комплекта? 1441. 1441 рубль. Вот такие вот наволочки. Наволочки, девочки, размеры разные. Пожалуйста, вот на молнии. Без молнии. Хоть как, в общем. Такая вот наволочка. Можно заказать другого размера. Какого подходящего для вас. В общем. Так что, не знаю, ну красивый такой, нежный, да? Вот мне нравится. Приятный такой цвет.
рисунок нежно-розовый. Пожалуйста. Так что радуйте себя, девочки. Заходите по ссылочке. Ссылочку оставлю в описании. Закреплю в первом комментарии. И, пожалуйста, зашли и себя порадовали. Подписывайтесь на инстаграм любимого Василька. Там новинки всегда есть. Можно зайти, посмотреть и заказать. Сделать заказ. Василек работает быстро. Очень оперативно. Так что надо себя радовать. Ну, я вот довольна. Огромное спасибо за костюм, за все. Вообще классный заказ. Не знаю, костюму я довольна. Так, ты что скажешь про постельное? Мне понравилось. Понравилось постельное? Вот одеяние-то вообще. Ну, просто, знаешь, на ТикТоке когда-то снимала. Пишут, за такую цену не может быть хорошего качества. Ну, вот, девочки, ну, может. Три... Это... Вот я брала постельное, примерно 1700 оно у меня там получается. Да, ну, чувствую я, какой там делаю, такой день вырываю, чувствую. Не знаю, мне нравится. Постираешь, оно цвет не меняет, ничего. Так что вот так, сейчас покажу еще, в общем, что мы купили в светофоре. И будем рыбу готовить. Так, ну что, друзья, посмотрели распаковку Василька, да? А сейчас у нас распаковка со светофора. Ну, съездили, девочки, в светофор. Так, купила жидкое мыло, купила чистящее средство, две штуки. По 18 рублей, кстати, недорогое средство. Зубная паста по 40 чем-то рублей. Тарелочки, девочки, новые. По 49 рублей 50 копеек. Взяла 6 штучек. Такие вот красивые тарелочки. Разные там, кстати, расцветки. Я выбрала себе зеленую, потому что люблю зеленый цвет. Так, ездили мы за рыбой. Взяла я, в общем, две рыбки. Цена, девочки, конечно, ну, радует цена. Так что две вот такие рыбки. Одна поменьше, другая побольше. Мы сейчас почистим и пожарим. Почистим рыбу. Сделаем на луковой подушке. Вкуснятину приготовим. Муж почистил, девочки, рыбку покрупнее. Сейчас тут чистит вторую. Не знаю, посмотрим, в общем, может, одну приготовим или две. Че, Алиса, ты говоришь? Да выключатель искала. А? Сделала 5 больших луковиц. Побольше лучка. Так вот мы его сейчас... Че, щиплет глазки? Ну ничего. Зато будет вкусно. Рыба очень... Ну я уже все как-то, знаешь, про это... А ну что тут есть, блядь? Честно слово. Да. Ну вот. Красотища. Сейчас посолим. Посолим. Перец не нашла. Я, Виталя, просила перец? Просила. Не допросилась ни до кого. Где у нас перец? Я не знаю, куда-то одевала в пачке. Вот сейчас я начала... Посмотри в том шкафу, пожалуйста. Вот, прямо. Видишь, где закушаешь? Здесь нет. Такая вот прям хорошая подушка получается у нас. В чем оно должно быть, Юля? В упаковочке оно должно быть. Красный. Ну, слушай, правда ты говоришь, две рыбины, наверное, войдет, ага? Войдет. Ну? Саша, ты просил молоки жарить, я их сюда же сложу тогда. Муж сказал, молоки пожарить. Перец. А. Давай тогда вторую рыбину тоже. Получается жарить, здесь. Ну, это что, не перец? Где? Вот который крутится. Он не крутится, Алиса. Почему? Не знаю, она сломалась у меня, эта штука. Ну вот. Ну вот перец. Что, это не перец, что ли? Красный. Ты именно красный, вот. Ну давай немножко потряси. Не буду я трясти, на. Не буду, говорит, ну поставь, все, потрясла, хватит. Да. Это, черимовая, ты говоришь, знаешь. Сейчас майонезом все смажем и отправим в духовочку, девочки, будет вкуснятина. В общем, буду две рыбины готовить. У нас, девочки, приготовилась рыбка. Не стала я две рыбины делать, получилась у меня одна большая рыбина. Отварила рис. И все. Порезали огурчик. Достали салат. Десятка. Матвейка у нас дурит. Ну, шумит. Прыгает, скачет. Кральки вчерашние. Девчонки, кто-то спрашивал рецепт. Все легко и просто. Яйца взбили, соль, сахар, сода, творог. И замешали тесто. Не тугое. Вот в прошлом видео я показала. Очень все простенько, девочки. Так что вот так вот. В общем, я делала на глаз. Так что делайте, пробуйте. Кралечки вкусняцкие. Тебе понравились тут вчера кральки? Вчера почти все съели, вот немножко осталось. Так что вот такой у нас, девчонки, ужин. Мы будем сейчас кушать. Так, что я хотела? Все, хотела попрощаться, друзья, с вами.
на этом закончить свое видео. Так у нас пролетел день. Такая у нас была распаковка. Замечательно, от любимого Василька я довольна. Так, такой у нас приготовлен сегодня ужин. Девочки, у нас что-нибудь, да, сегодня целый день в расстройстве. Значит, с утра я расстроилась, потому что я позвонила мужу, он собрался делать прививку. Потом, значит, мне звонит банк голосом, я уже заговариваюсь, голосом робота разговаривает. Я говорю, нас какие-то роботы окружают, какие-то прививки, какой-то вообще кошмар просто, что в мире творится. Не знаю, я вообще прям расстроилась из-за этого всего. Плюс мы приехали домой, у нас сломался котел газовый. Оказывается, не все так просто и легко. Я думала, у нас в том доме куплен новый котел. Пока он стоит, пока мы там этот газ проведем, как говорится, может, говорю, поставить здесь новый котел. Раньше было легко и просто. Взял, поставил и все. А сейчас все очень сложно. Оказывается, надо какое-то заявление писать. Потом это заявление уходит куда-то в Шадринск или в Курган, не знаю. В общем, очень долго, недели 2-3. 3 недели точно сказали, вы будете без газа. А на улице прохладно, но не холодно, слава богу. Но дома уже чувствуется. Марина вот одела толстовку, но она у нас теплолюбивый человек. И она у нас, в общем, мерзнет. Парни у нас любят прохладу. Так что им, слава богу, хорошо. Но мы находимся в доме 2, у нас там печка, так что мы, конечно, не замерзнем. Завтра позвоню, в общем, буду искать, кто мне сделает хотя бы старый котел. Человека нашла. Ой, несет мне тарелку, давай сюда, не трогай. В общем, нашла, завтра буду с утра звонить. Короче, одни сплошные заботы. Так что вот так, девочки, такие у нас дела. На этом я с вами прощаюсь. Огромное всем спасибо. Пишите свои отзывы, пишите свои комментарии. Девочки, пишите все, рассказывайте про себя, как у вас жить, как вы там поживаете, мои дорогие. Огромное вам спасибо всем. Ну и все, всем пока-пока, до скорых встреч. Всем пока. На, ешь кашу давай, ты же кашу хочешь. Тебя не видят, ручкой Матвейка машет. Тебя не видят, сынок, ты в том видео попрощался. Да, мы снимали дневник мамы Ольги, и Матвейка там махал ручкой. Сказал всем пока-пока. Так что, кому интересно, заходите на дневник мамы Ольги. Там тоже у нас, там Матвейка больше. Так что, до скорых встреч.